Чеснок это не только полезный продукт, это еще заменитель мяса, молочных продуктов и прочих элементов. Татьяне Васильевне это секретная информация. Дополнительно передается привет. На данный момент времени, вот кроме чеснока, больше ничего не дали. Обидно, конечно, когда вот так вот работаешь, работаешь, и тут раз такая тарелка борща с мясом. Ну, это и так никто не видит. Вернемся к чесноку. Это кулинарное блюдо было приготовлено специально для лучших и избранных работников работы, которая связана с деревьями. Спасибо, приятного аппетита.